без поддержки от главного криптовалютного кошелька. В своем официальном блоге blockchain.com разработчики объявили, что не станут поддерживать форк Bitcoin Cash внутри основного продукта. В случае же появления двух различных блокчейнов в сети после 1 августа, кошелек поддержит самую длинную цепь. Как отмечается в обращении, на некоторое время операции, возможно, будут прекращены, о чем пользователей уведомят заранее. Тем не менее, если BCC трансформируется в отдельную цепь или рынок, пользователи с помощью ключевой фразы смогут экспортировать средства и использовать их в новой цепи, вне зависимости от того, будет поддерживать ее кошелек или нет.